Я знаю, что вы встречались с президентом Америки Джорджем Бушем, а также японским премьер-министром. Премьер-министром. Думаю, это интересный опыт посмотреть на таких разных политиков. Да, и, конечно, мои поклонники против войны. Так что они были рады видеть меня в качестве посланника мира. А еще я знаю, что президент Путин, я видела это в Твиттере, подарил кошку японскому мэру, когда у них было тяжелое время, связанное с землетрясением. Это тоже было очень мило. Поэтому я хочу поблагодарить вас за поддержку. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».